Всем привет, друзья! Сегодня говорим про Vivo V30. Очень интересная модель по задумке. Смартфон средней категории с упором на дизайн и на камеры. Причем не только на основные камеры, но и на фронтальную тоже. По характеристикам у нее 50 мегапикселей разрешения, есть автофокус, что даже не во всех флагманах встречается. И есть возможность записи видео в 4К разрешении при 30 кадрах в секунду. Для полного набора не хватает, наверное, только вспышки для фронталки, как была в Vivo V23, если помните такой. Рассказал и показал про фронталку сразу, чтобы потом уже к ней не возвращаться. А теперь садитесь поудобнее, вы на канале Айзендар, меня по-прежнему зовут Михаил Гаглоев. Рассказываю, как у этой модельки со всем остальным. Коробка обычная, хотя раскрасили симпатично. Внутри тоже без откровений, но все, что должно быть, присутствует. Иголка для сим-лотка, кабель Type-A на Type-C, адаптер питания на 80 Вт и прозрачный силиконовый чехол. Приятный бонус, но на постоянку я бы заказал другой. Комплектно ощущается слишком уж дешево, да и пожелтеет со временем 100%. Можно, конечно, и вообще без чехла, тем более, что вот в такой вот синей рассветке, как у меня, под солнечными лучами, да и вообще под любыми лучами ультрафиолетовыми, он меняет цвет. Это, можно сказать, уже такая фирменная фишка в серии у смартфонов Vivo. Несколько поколений они используют фотохромное покрытие. Практическая польза от этого, естественно, ноль, но выглядит реально прикольно и эффектно. Но даже с учетом всего этого, ходить с ним долго без кейса я не смог. Хоть спинка и матовая, скользит она только так. Добавьте к этому тонкий корпус, при том, что смарт довольно-таки большой, и то, что боковые рамки очень узкие из-за того, что и у спинки, и у экрана загнутые края. Как итог, когда ходил с ним без чехла, был на измене каждый раз, когда доставал его из кармана. Казалось, что вот-вот выроню. Еще один необычный элемент – белый квадрат под модулем основной камеры. Или не совсем квадрат, потому что углы закругленные, подскажите в комментах, кто знает, как это правильно называется. Суть в том, что это не просто декорация, а дополнительная вспышка, которую сами Vivo называют аурой. По задумке она дает более рассеянный свет, чем обычная вспышка, и поэтому лучше подходит для съемки портретов, но я чаще применял ее, чтобы снимать макро. Еще, кстати, можно регулировать температуру подсветки. Не скажу, что пользовался каждый день, но идея интересная, у других такого не припомню. В остальном все стандартно. Кнопки включения и громкости справа, разъем Type-C и SIM-лоток снизу, аудиоджека привычно нет, а сканер отпечатков встроен в экран. Работает, к слову, хорошо, не так быстро, как во флагманах, но пользоваться удобно и с точностью проблем нет. А если любите все кастомизировать, то в настройках для сканера можно выбрать разные анимации срабатывания. Не знаю, действительно ли этим кто-то пользуется, пишите, что вы думаете о такой фишке. Зато по экрану никаких вопросов. Все, что должно быть, в нем есть. Единственное, что может не понравиться, это загнутые края, но тут уже все зависит от личных вкусов, кому-то нравится, кому-то нет. В остальном дисплей топовый, 10-битная AMOLED матрица, разрешение 1260x2800 пикселей, то есть как раз посередине между Full HD и QHD. Для диагонали 6,78 дюйма этого хватает за глаза. С плотностью 453 ppi картинка четкая, шрифты не рыхлые, пиксели разглядеть у меня не получилось, как не ломал глаза. Яркость заявлено на уровне 1200 нит в авторежиме, а пиковая может доходить аж до 2800 нит, но это только на небольшом участке экрана при воспроизведении HDR контента. В жизни абсолютно нормально получается им пользоваться при любой погоде на улице. Днем, под солнцем, полный порядок. Частота 120 Гц имеется, причем сразу два режима, в которых она доступна. Правда, какой-то разницы в алгоритме их работы я не заметил. Единственный момент, в танках так и не получилось отключить лок на 60 FPS, хотя в настройках есть такая опция. Возможно, нужны какие-то пляски с бубном, но я не прям чтобы активный геймер, поэтому забил. Always On поддерживается, можно настроить разные оформления, тут тоже все как положено. В общем, экран прям хорош, придраться не к чему, кроме загнутых краев, которые, как уже сказал, на любителя. А вот со звуком Vivo поступили очень как-то странно, потому что в смартфоне этой ценовой категории у нас только один динамик, то есть стерео здесь нет. Лично для меня это на самом деле небольшой недостаток, потому что я, если что-то слушаю со смартфона или там смотрю какое-то видео, то делаю это через наушники, наверное, в 99% случаев. Но все равно, когда у всех есть, а тут нет, это, ну, как-то не очень здорово выглядит. Даже несмотря на то, что сам по себе динамик неплох и по запасу громкости, и по качеству. По громкости, кстати, есть режим усиления сразу до 150%. Реально становится громче, причем на качестве это сказывается не особо. Внутри у Vivo V30 стоит Snapdragon 7 Gen 3, свежий
чип. Для меня это вообще первый смартфон с этим процессором. И по параметрам он выглядит очень даже бодренько. 8 ядер, 4-нанометровый техпроцесс. Из этих 8 ядер 4 это мощный Cortex-A715 и видеочип Adreno 720. В реальной жизни я тоже не нашел к чему придраться. Когда только скачивал на него всякие бенчмарки игр, думал, что в сценарии напишу что-то в духе «тянет все, кроме Геншина на максималках». Но как бы не так. Максималки, ограничение кадров 60 FPS, Геншин бегает без лагов и тормозов. Кроме Геншина поиграл еще в танки, там кроме того, что они не захотели запускаться в 120 FPS, тоже все нормально. Что еще приятно, Snapdragon 7 Gen 3 оказался очень стабильным, что стресс-тест получасовой на процессорные ядра, что 3D Mark 20-минутный, который больше видеочип нагружает, он прошел вообще почти идеально, без каких-то скачков, без резких падений, без тротлинга. В общем, за стабильность ему прям зачет. В бенчмарках, разумеется, рекордов он не бьет, но цифры в синтетике тоже приличные на уровне двухлетних флагманов. По памяти есть две версии, 12256 гигабайт, либо 12512. Кажется, что за глаза хватит любого варианта, но если сомневаетесь, то берите старшую версию, потому что карты памяти не поддерживаются. Чуть раньше уже говорил, что Vivo V30 очень тонкий смартфон, если точнее, то всего 7,5 мм его толщина. Почему решил вспомнить про это еще раз? Да потому что с учетом толщины аккумулятор на 5000 мАч, который Vivo умудрились запихнуть в этот смартфон, реально впечатляют. Полностью заряженного смартфона стабильно хватало на 1,5 дня нормального использования с соцсетями, браузером, музыкой во время поездок в метро, чтением книг и ютубчиком. Со скоростью зарядки тоже все хорошо. За 15 минут у розетки с комплектным адаптером смартфон заряжается на 31%, а за полчаса уже на 57%, чего спокойно хватит на рабочий день. Работает Vivo V30 на Android 14 с оболочкой Funtouch OS. И многие из тех, с кем я общался, с кого спрашивал, как-то очень с негативом, да, относится к Funtouch OS, прям ругают ее, им она не нравится и так далее. После такого негативного фидбэка ожидал чего-то, ну, ужасного. Но теперь могу сказать, что я лично не понимаю, откуда весь этот негатив взялся. Да, в ней нет чего-то этакого, какой-то своей уникальной фишки или классных функций, которых нет у конкурентов. Но чего-то плохого я не заметил тоже. Внешне выглядит чистенько, не Pixel Launcher, но где-то близко. Из интересного, есть несколько фирменных виджетов, прокачанная кастомизация системных анимаций, от срабатывания сканера отпечатков до анимации подключения USB кабеля, да и все, наверное. В остальном, плюс-минус все так же, как в любом другом андроиде. Funtouch OS точно не попадет в мой топ оболочек. Та же ColorOS от их коллег из Oppo мне лично нравится больше, но и негатива у меня к ней не возникло по итогам знакомства с Vivo V30. Работает стабильно, не тормозит, не лагает, багов и зависаний тоже не замечал. Возвращаемся к камерам. Забавный момент, что несмотря на то, что позиционируется Vivo V30 как вполне себе такой камерафон, сзади камер всего две, что по нынешним временам даже как-то немного непривычно. Но зато обе полноценные, с нормальными характеристиками, знаете, никаких вот этих затычек на 2 мегапикселя, что я лично очень даже одобряю. Как говорится, лучше меньше, да лучше. У главной камеры матрица на 50 мегапикселей и оптическая стабилизация. Вторая – сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов и автофокусом, то есть ее можно использовать еще и как макрокамеру. Разрешение тоже 50 мегапикселей, но сенсор попроще, чем в основной. В приложении есть все базовые режимы, стандартное фото с автонастройками, ночной и портретный режимы, есть профессиональный режим с ручными настройками и пачка всяких дополнительных. Из интересного мини-фильмы – это такой набор шаблонов для коротких вертикальных роликов. Кто снимает рилсы и прочие тики-таки, подобные, наверное, оценят. Днем на основную камеру получаются хорошие снимки, четкие, с приятными цветами. Из недостатков мне немного не хватило детализации. В целом все на приличном уровне. Если просматривать на экране смартфона и даже на мониторе без приближения, то четкости хватает. Но запаса для того, чтобы кропнуть, уже немного. Широкоугольная камера отстает по качеству, это абсолютно естественно, но днем при хорошем свете это почти незаметно. Порадовало, что цветопередача двух модулей совпадает. За это прям жирный плюс, потому что даже не во всех флагманах за с такой настройкой. Вечерние фото тоже получаются у Vivo V30 отлично. Они яркие, с хорошей детализацией, с хорошим балансом между тем, насколько софт вытягивает яркость картинки. В итоге фото не начинают выглядеть неестественно, как это иногда бывает. Отлично обрабатываются источники света без ореолов и размытий. Причем все, что я говорю, справедливо и для стандарта,
стандартного режима и для ночного. Разница между ними есть, но вот сказать, что какой-то один вариант однозначно лучше, не всегда получается. Поэтому стандартный мой совет: лучше делать несколько снимков в обоих форматах и потом выбирать лучший. Видео можно записывать с разрешением до 4К при 30 FPS. Если надо 60 FPS, то придется снижать четкость до Full HD. Как и в том случае, если хочется снимать в режиме ультрастабилизации. В 4К стабилизация тоже есть, но отрабатывает, не сказать, чтобы идеально. Небольшое дрожание остается и небольшой эффект желе тоже присутствует. Опять же, я тут сравниваю скорее по меркам флагманских камерафонов. Для своего уровня у V30 все неплохо. Не могу сказать, что Vivo V30 меня чем-то поразило или что это лучший смартфон в своей ценовой категории. У него есть недостатки, к тому же он стоит дороже большинства своих прямых конкурентов. Это вообще нормальная, стандартная, можно сказать, ситуация для смартфонов Vivo, по крайней мере, у нас в России. С другой стороны, это приятный смартфон с красивым дизайном, характеристики актуальны. Камера, наверное, одна из лучших в своем сегменте на данный момент, плюс есть интересная фишка с изменяемым цветом. Короче говоря, если ищете сферический топ за свои вакууме, то Vivo V30 точно не он. А вот если нужен просто хороший Android смартфон с качественной камерой, но не из числа флагманов, то определенно стоит его рассмотреть. Пишите в комментариях, что вы думаете, ставьте лукасы, если обзор понравился, подписывайтесь на канал и соцсеточки. И спасибо, что смотрите. У меня на этом на сегодня все. Увидимся.